Вот такая вот нелегкая дорога в аэропорт. С этого начинается наш гастрольный тур. Кум, какой гастрольный тур начинается? Крепче за баранку держись, шофер. Крепче за шоферку держись, баран. Ой. Далеко и не так уж давно жил премудрый и опытный старец, и всегда он твердил, и всегда говорил: слава Богу за скорбь и за радость. И всегда он твердил, и всегда говорил: слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Здесь будет храм. Шикарно. Батюшка показывает нам, как это все будет выглядеть. Ключи вам, да? Ну? Я вроде бы закрыл. Саша обнаружил аиста. Идем поближе, нужно его зафиксировать. Входим в монастырь, вокруг вера в Боге просиявший, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна, вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна. Наша вера православна.
славна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Правильно. Народ русский просветила, святую Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Ну что, вот мы уезжаем с благодатного места. Вот мы и отправляемся домой.